одной из бесед вы сказали, что допускаете, что дети будут ваши учиться в России, получать высшее образование. Это гипотетическая какая-то? Нет. Сейчас я думаю, что это вряд ли. Дело все в том, что для этого надо было, чтобы они приехали на 11 класс сюда, чтобы сдать ЕГЭ. Угу. Вот. Но они учатся в очень хорошей в Канаде школе, мне жалко их оттуда убирать. Не говоря о том, что старший сын уже сейчас поступил в университет. Угу. И какую он выбрал специализацию? Что-то связанное с бизнесом. То есть они по папиной стези... По папиной стези они точно не пойдут. Степа, скорее всего, будет гуманитарием. Угу. Это будет что-то связанное с архитектурой, с дизайном, с живописью. Их канадские одноклассники знают, что родитель их соучеников, звезда, ну, во всяком случае, в таком, может быть, не глобальном масштабе, но все-таки. Ну, поскольку в Торонто, значит, шел Левиафан, угу. И прошел очень ярко, и очень, значит, всячески о нем писали много, то, в принципе, они знают, но что я там снимался и что значит я их папа, но по-моему это как-то они к этому никак по крайней мере когда они приходят в гости, угу. Они благоговеют, да, угу. Ничего такого нет, и автограф у меня не спрашивают.